Здравствуйте, дорогие подписчики. Мы находимся на садоводе на линии 29, павильон 59. Итальянский сумка у Оксаны. Вот как делать заказ. Здравствуйте, Рахим. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Сегодня наш ролик, акция называется, так что... Ой, Юля уже тут сумки примеряет. Юля уже... Здравствуйте, Юлечка. Здравствуйте, Рахим. Вот серия выбрала, да? Ну да, все. Черная ей сказали уже, чтобы Юля черная не примеряла. Да, все. Потому уже, что на контрасте все. Вот так вот хорошо, да. Смотрите, такие, ну такие сумочки. Поставим их 4000 по акции цвета. Юля, давай показывай. Ну давай я тебя на себя примерю. Мне тоже как раз серый цвет нормально. Все идет вам, Саночка. Черный. Черный. Ну, черный идет. Тоже, да. Если на сером черный. Шоколад. И шоколад. Все? Ну, да. Туда уноси их. Шоколад? У вас есть это. Из буйвола шоколад. Ну, ну. Ваши свиты знают красный это. Не, ну Рахим, в аксессуарах только. Я не скажу, что я там вещи, платья какие-нибудь, кофточки. Нет, в аксессуарах. Я лак и, ну, только да, нравится мне. Смотрите, есть такой кармашек. Кожа руга, девочки, руга очень хорош. Вот это натуральный замш. 4000. Так, давайте начнем мы отсюда. Конца, и Юля потом, да. Вы там стойте, а то я, наверное, очень в экран не помещаюсь. И Рахим сюда поближе. Я Юле говорю, что буду. Так, девочки, вот такая вот модель. А, здесь тоже очень хорошая кожа. Она одна. Ну, качество хорошее. Когда остается один цвет. Есть перегородка, есть дополнительный ремень. 4500. Цены шикарные на такие модели. Просто многие сумки сейчас уходят ниже закупочной цены. Юля? Так, вот такая вот сумочка. Также ее ставим 4500. Смотрите. И даю все потихоньку Юле. Так, вот такая модель. Она не всегда бывает цепочка, бывает цепочка, бывает без. Здесь кожа идет флоттер. Внутри потайной карман. Одно отделение, 4500. Расцветки в Телеграм, девочки. Что есть по этой модели, все в Телеграм. Поэтому мы сейчас тут просто вот что по акции сюда положили, чтобы сейчас ролик снимем, и все это по местам. Вот такая вот сумочка, 4200. Цена по акции. Цены очень хорошие. Я, Юля, уже сюда буду. Смотрите, вот такие вот модели. Она идет во флоттере и в замше. 4500. Такая вот модель. Также 4500. Здесь кожа руга. А вот эти девочки, а нашли одну штучку. Я же говорю, у нас тут Юля с Наврузом. Юля смеется. Убирали склад там. Ну, вы, наверное, какой? Второй или третий этаж? Не знаю. Короче, тут понаходили. Находки были. Раскопки там. Понаходили, то уже еще давно нет. Вот эту одну нашли, 5000. Так, ну вот это у нас одна, можно 4500, она осталась одна, я говорю, этих тоже уже разобрали. Есть ремень на цепочке. Вот такой рюкзачок, 4000. Здесь идет как хромовая такая кожа, ну вот внутри, по бокам на заклепочках, карман. 4000, цена по акции, это в единственном экземпляре. Такие вот 4800. Цвета есть. Вот этих две штучки нашли тоже. Тоже у нас давно их нет. Модель очень хорошая. Видите, ремень регулируется. Ну, длина ремня хорошая. Сзади есть карман. Внутри. Внутри такой кармашек здесь. Так что
3500. Цена по акции. Два цвета в наличии. Вас верим, Оксаночка. Почему вы мне не верите? Я больше всего не люблю вообще вранье. Поэтому мне можно верить. Все знают, вранье я не переношу. Лучше пусть будет какая-нибудь. Поэтому я никогда, допустим, о коже, да, про кожу я всегда рассказываю всю правду, чтобы клиенты знали, что они покупают. Лучше пусть будет правда. Так, ну, там, допустим, про флоттер, про винтаж, что там может окрашиваться, что может, что не может. Ну, все нюансы по коже. А уже клиент будет выбирать, покупать или нет. А говорить, что там, ну, чем потом, допустим, винтаж, да, темный, испортит вещи, если попадет под дождь или по снегу. Вот если носить вот так вот, ну, не прислоняя к себе, там, не тереть, допустим, ну, и нормально, если вдруг дождь. Это то, что касается винтажной кожи, темных расцветок. Все человек знает лишь нечто, как обращаться. Ну, естественно, чем потом испортит себе кто-то там шубу, пуховик, там, куртку, это же все-таки тоже вещи не дешевые, верхнюю одежду если испортить. Ну, отдавать химчистку надо, это выйдет стоимость сумки этой. Может так быть, что... другие злиться на тебе, почему ты так точно правду говоришь и рассказываешь? Ну, может быть. Может быть, кто знает. Ну, а зачем? Ну, хорошо, если я могу, допустим, ну, обману, да, клиентов, сказать, нет, винтаж не красится или еще что-то. Но это же все равно выяснится. Ну, потом начнут писать мне или на царапки, как я показываю там, что может под клапаном вот здесь вот, да, быть потертостью. Но это же все равно выяснится. Поэтому я рассказываю, а клиент уже вправе покупать или нет. Поэтому, девочки, вот такой вот, 2500. Даже за 2500 хочется. Хоть себе купить. Себе хочется. Юля, иди сюда, помогай мне тут. 2500 себе хочется. Смотрите, вот такие вот. 4000. Так. Вот такие сумочки. Смотрите. Ну, модель эту мы уже закрываем, да? По-моему, у нас вот два цвета. Девочки, два цвета в наличии. 4200. Это, ну, потому что уже все. Мы наружу и так уже сколько лет торгуем. Все, модель закрыта. Поэтому их осталось по одной, уже, наверное, лет 7-8. Поэтому вот по одной штучке 4200, да, цена шикарная. Вот Юля на себя. Нет, модели хорошие, модели классные, да. Модель, я не скажу, допустим, как царапки, я, наверное, лет 10 уже, если там не больше. Но дело не в том, что просто я, когда закрываю модель уже, которую, ну, давно торговала, будем искать что-то новенькое, интересное. Вот такая вот сумочка. У вас вкус хороший, Оксаночка, просто вы меняете на новый, на хороший. Ну, клиентов очень много, одни и те же, да, допустим, клиенты. Они тоже хотят что-то новое, ну, новинки хотят. Почему, допустим, некоторые возмущаются, там, акция там должна быть. Акция может быть и 5%. Скидка это уже считается акцией. Я еще раз говорю, может быть, некоторые сумки у меня уходят сейчас там ниже закупочной цены. Вот просто осталось мне зачем? Я хочу поменять просто модель, витрину, там еще что-нибудь. Ну, то есть... Другие торгуют пока. Пусть другие торгуют. Ладно, вот такая вот сумочка 3800. Так, дальше. Такая модель 4000, есть цвета. На сегодня супер акция. Вот эта модель 4500. Есть длинный плечевой ремень. И, ну, как бы... открывается так. Она только осталась в розовом цвете. Пудрь такой. Так, дальше. Вот такая сумочка. 4500. Один цвет в наличии. Вот это. Это у нас тоже, да, Юля, расцветок? Я не знаю. Ну, это на фото, общее фото, да, есть. 4000. 4000. Это сумочка. Да. Ну, вот эти, я говорила, тоже 4000. Так, шубные у нас 4500. Девочки, по моделям. Модели, еще раз говорю, то, что сейчас проходит по акции, их тоже ограничено. Потому что не так уж их и много. Ну, что продаем, почему я показываю, иногда повторяю модели. Может, там остается что-то по одной штуке. Это тоже идет. Вот такие сумочки.
смотрите, 4 тысячи сделаем. Вот цвета, что есть по одной в наличии. Раз, синий, такой цвет и такой рыжий. Ну, внутри есть перегородка, выбивка, это идет как набук, по замше, ну, выбитый. Дальше вот эту одну штучку нашли, она у нас была. 5200. Здесь кожа саваж, кожа хорошая, да, вот у меня тогда ее купили, девушка купила. Да, Юля еще одну откопала. Ну, это бывает, уже точно последняя. Смотрите, потому что я говорю, тут у нас переборка была склада. Кстати, хочу показать, вот такая одна черная нашли, но это не по акции она идет, она 6500, ну, просто кто-то спрашивал многие. Так что вот такая 5200. Вот такие сумочки. 3800 цена по акции. Вот эти тоже модель, ну она у нас тоже была, тоже я ее также закрываю. Сколько уже торговать мы ей больше тоже не будем. Смотрите, 3000 цена по акции. Белый и серый цвет. Смотрите, два цвета в наличии. Давай мне вот эти из руки. Вот эти сумочки, один цвет у нас уже забрали. Два цвета осталось, шоколад. Здесь также руга, кожа руга, замша очень хорошая. Осталось два цвета, такой рубин и шоколад. 3800, девочки, цена по акции. Это винтаж, Рахим, показываешь. Вот такая модель. 2800 цена по акции. Уже хочется купить. Ты, наверное, как и тебе, что, цены, наверное, слышишь. Ну, так я вижу, так даже китайские не бывает такой цены. Да, ну я говорю, то, что зачем, допустим, я буду держать модель, занимает место, все равно появляются новинки. Ну, некоторые, например, Юля... Сними вот эти вот сумочки. Некоторые, например, ждут акцию. Что такое акция? Можно дождаться, да, вы можете взять дешевле. Но не факт, что вообще модель дойдет до акции. И будет ли тот цвет, который вы хотели. Понимаете? Вот в чем дело. Вот такая вот, кстати, вот эта сумочка. Тоже нашли одну у нас в красном цвете на 3 отдела. Девочки, я к себе прикладываю, не просите меня, вот то, что нету, да, даже в Телеграм, я вот сейчас показываю, прикладываю к себе, на плечо одевается, в сумке 3 отдела, кожа саваж, чтобы дополнительные фотографии, там, размеры, нет, вот я показала и все, вещи показывают, если даже по акции, не разрешают просто даже к себе прикладывать, примерять, все, посмотрели и все, это сумка, я показываю ее на себе, говорю, если даже чего-то нет, друг, ну, потому что эти фотографии с размерами были удалены уже, потому что их не было. Я говорю, то, что сейчас вот нашлось там по одной. Вот, внутри 3 отдела. 5000 цена по акции идет. Дальше вот такие сумочки. Это 2 размера, 4800 и 4500. Цвета есть в Телеграме, размеры по этим есть сумочкам. Так, вот эти. Ракушки здесь идет, ну как пельмени их называют, кожа идет натуральная. Все ставим 3500, любая по 3500, здесь кожа очень-очень хорошая, саваж, ну вон такая выделка тонкая, так что любая по 3500, вот так покажите, Рахим. Ну вот, вот такая у нас, а, вот эти сумочки. Они у нас были, сейчас я покажу цвета, 6500, сегодня 6000. Ну, еще там есть шоколадный цвет, покажи, Рахим. Есть перегородка на молнии, цвет такой черный с коньяком, горчица с коньячным, синий цвет. Такой как колотый лед с рыжим
и красный с черным, и шоколад. И еще такая просьба, девочки, вот прям просьба. Не пишите, пожалуйста, что вы покупали дороже. Я вот эту дороже брала, сейчас цена такая. Да, такое может быть. И мы также делаем отправку в Италию. Мы также что-то закупаем дороже. В Италии не дешевеет товар сейчас, я вам хочу сказать. Поднимаются цены. Ну, логически подумайте, цены поднимаются и хорошо поднимаются на кожу. Во-первых, покрасочные магазины все, да, или фабрики отапливаются газом. Покрасочные то же самое. Естественно, они сокращают... Ну, я же интересуюсь у своего курьера, сокращая также рабочую силу. Кто-то вообще хочет закрыть некоторые, да, закрыть магазин, либо фабрику, переждать вот эти зимние месяца, там, ну, это, как я говорю, это как мне мой курьер говорил, переждать просто, чем оплачивать такую, ну, аренду, поэтому легче просто закрыться. Потому что то, что сейчас там возросли цены, я говорю, на газ, на свет, это очень-очень так. Поэтому цена никак не может. Вот каждый раз едем, и цена на что-то там на 5, на 2 евро растет. Единственное, что нас спасает сейчас, это курс. Ну, ни одна фабрика выпросить цену у них, чтобы, насколько уже я беру, каким объемом. Ну, то есть вот, кстати, отшили нам сумку под шампанское. Мы ее скоро получим, ее будут забирать на днях. Ее уже все написали, что отшили. Кстати, кто спрашивал, ну, сразу нас предупредили. У меня же вообще не хотели брать этот заказ. И предупредили сразу, что цена на 3 евро дороже. Естественно, я рада была, что вообще ее взялись отшивать. Поэтому, ну, как бы, эту модель будем получать. Это потому что спрашивали очень многие. Это сумка. Сумка под шампанское. Так что, ну, цена на нее будет... адекватная, нормальная, потому что, я говорю, все зависит от курса, а то, что там, я говорю, начинает вот обидно там или то-то, и мне было обидно, когда мы потеряли, допустим, 3 миллиона в марте месяце просто на одной отправке. Просто мы отправляем, нам надо было отправить в Италию деньги, и когда был курс по 147, извините, все, это большие деньги, а что товар отшитый, самый сезон, неизвестно, какой был бы курс, там выжидать было что. Либо они продают наш товар на фабрике, ну, кому-нибудь другому. И потом помните, какая была обстановка, да? То есть евро неизвестно сколько. Может, он до 200 бы вырос, поднялась цена или еще. Тут, я говорю, мы тогда и ждали очень долго товар. Так что относитесь к этому поспокойнее. У нас в магазинах люди сахар по 100 рублей или по 120 там мешками гребли его просто, да? Я сейчас не знаю, сколько он, потому что я сахар не ем. У меня лежит пачка еще сколько там так на компотике. Ну, я не пью ни чай, ни кофе с сахаром. Ну, на выпечку когда. Ну, так я не знаю сколько. Ну, наверное, в половину цена, может быть, упала. Также и масло растительное, говорю, люди набирались. Так что это все нормально. Такая жизнь сейчас, поэтому поспокойнее. Я такой же, как бы, ну, обычный, обыденный человек. Также хожу по магазинам, и все. Где-то тоже обидно бывает. Там купишь, потом цена смотришь подешевле. Так что все нормально. По поводу розыгрышей. 13 числа у нас будет розыгрыш. Ну, мы снимем ролик. Именно будет так и называться розыгрыш. Ну, какую-нибудь снимем ролик по каким-нибудь моделям. Может быть, по Саважу снимем, я не знаю. Ну, будет называться розыгрыш. Потом, естественно, это название уберем. И поставим другое. Подписывайтесь, девочки, на наш канал. Итальянские сумки у Оксаны. И спасибо вам за ваши комментарии, за ваши отзывы, за то, что пишете мне, когда получаете товар, за то, что доверяете нам. Ну, по поводу отправок, только писать на заказ, делать только на мой номер телефона, на WhatsApp писать. Ни на сообщение, ни на там, ни в Telegram. В Telegram я вообще никогда не захожу, поэтому ну, туда писать не надо. Можете Татьяне там задать какой-нибудь вопрос, а вообще по заказу только мне. Мы всегда в начале ролика, и вообще мой номер закреплен под видео, только на этот номер. Сделали, выбрали модель, отправили мне на WhatsApp, определились с цветом, отправили деньги. Я делаю отправку, отправки каждый день, вы видите, мы снимаем ролики, каждый день у нас отправки. Сделаем отправку, я вам высылаю квитанцию с трек-номером, и там уже, ну, итоговая сумма стоит, вот этот итог. Квитанции вы должны будете оплатить, так как, ну, допустим, оптовая цена, клиент приехал, может, ее за
допустим, за 5 тысяч купить здесь, да, а мне вам надо ее за 5, ну, обойдется, может, отправка рублей 300 или 500 рублей, поэтому это за ваш счет идет отправка. После, какая сумма будет, я не знаю, все зависит от расстояния, от веса. Это уже почему я беру именно сумму, вот эту итог, по, ну, тогда, когда высылаю квитанцию. Так что все, девочки, всех люблю, всем пока. Спасибо, Оксаночка, спасибо, дорогие друзья. Я прошу вас, дорогие друзья, поддержите наши каналы. Ставите лайк, пожалуйста, и комментарий. Пока-пока. Все, пока.